Гаджет, ты чего? Я управляю зрителями. Ты что, рехнулся? Эй, ты чего? Не надо на меня так смотреть. Это вообще что у тебя на черепе такое? Это нейроскоп. Сейчас я покажу всем вам, как он работает. Ну что, господа, приступим к тесту. Для начала воткнем этот прибор в другой прибор. OSZ Neural Impulse Actuator. Нейроскоп. Игры разума. Неужели сбываются мечты о прямом подключении мозга к компьютеру? Neural Impulse Actuator – это работоспособный модуль считывания нервных импульсов. Пока он применяется в основном для управления в компьютерных играх и неплохо справляется с этой задачей. Нервные сигналы снимаются посредством наложенных датчиков. Сенсорная часть выглядит как ободок, который надевается на голову, так что сенсоры находятся на лбу. Обод длинным кабелем подключается к управляющему блоку, а тот, в свою очередь, к USB-порту. Система снимает разность потенциалов, воспринимая сигналы, возникающие при мысленном моделировании движений в мышцах лица. Но чтобы использовать устройство на все 100%, однозначно придется потренироваться. Проще всего освоить управление мускульным датчиком. Собственно, для этого достаточно надеть обруч и шевелить хоть чем-нибудь – мышцами на лбу или ушами. Но, как показали опыты, проще всего сжимать зубы. Можно точнее контролировать мощность сигнала, регулируя силу сжатия челюстей. Освоиться с мускульным датчиком можно за полчаса. Управление взглядом требует 3-4-часовой тренировки. А вот сознательный контроль альфа и бета-ритмов потребует минимум месяца. Приготовиться! Нет! Стой! Стрелять! Стрелять! Убивать! Резюме. Очень интересная штука. Требует освоения и привычки, но оно того стоит. Даже при самом простом варианте уже приносит пользу. Скажем, на клац зубами можно навесить смену оружия, а стрельба глазами тут же превращается прямо-таки в суровую виртуальную реальность. При цене около 6000 рублей – отличная игрушка. Видишь, голос? Я могу управлять играми силой мысли. А ты не можешь! Гаджет, а Гаджет, ты как вообще, нормально? Отошел от этой штуки? Ну да, только это, челюсть очень болит. Странно, что только она. Слушай, завязывай голос, а? Че завязывать-то, шнурки что ли? Я не понял, ты где ключи от каламбурочной нашел? Так, голос, а че у нас еще из гаджетов для диков есть? Ну только давай без экспериментов обойдемся. Хорошо. Rhythmix RPC-500. Если плеер дорос до компьютера, почему бы не превратить компьютер в плеер? Встречайте! Rhythmix RPC-500. Аппарат представляет собой довольно увесистый и длинный кирпичик массой около полукилограмма. Благодаря большой длине корпуса, конструкторы смогли разместить на нем широкоформатный 5-дюймовый дисплей и два клавиатурных блока. Стандартная клавиатура QWERTY, разделенная пополам и смонтированная группами по 25 клавиш справа и слева от экрана. Кнопок меньше, чем букв в русском алфавите, поэтому часть букв придется вводить через Function, что весьма затруднительно, если держишь аппарат в руках. С правой стороны устройства сенсорная панель. Слева несколько управляющих клавиш. Курсорная, клавиши мыши, регулировки громкости и другие. В целом удобно. Есть также и перо, спрятанное в правом нижнем углу корпуса. Экран-то тоже сенсорный. Машинка, на удивление, функциональная и довольно шустрая. При работе она нагревается, но терпимо. Для охлаждения гигагерцового процессора, графической подсистемы, гигаоперативки и харда на 60 гигабайт используется миниатюрный скрытый в корпусе вентилятор. Также внутри притаились Wi-Fi и Bluetooth, USB-хост для подключения внешней периферии и даже веб-камера. Она располагается на откидной плашке, но, к сожалению, не поворачивается и снимает только перед собой. Батареи в нашем довольно замученном уже образце хватало на пару часов непрерывной работы. Аккумулятор на 4 ампера в час – это неплохо. В общем, полноценный комп. Работает под Windows XP, с жестким диском, клавиатурой, сенсорным экраном, веб-камерой и прочими приятными плюшками. И это при цене 19500 рублей. Очень здорово!
Не, голос, это, конечно, все хорошо, но я реально не понимаю, по какому принципу ты девайсы отбирал в этой передаче? Как по какому? Нет, ну смотри, я считаю, что вотодел, например, очень нужная вещь. Нет, ну можно сказать, верх технического совершенства. Гаджет, может, ты путаешь чего? Гики — это такие люди, которые одержимы компьютерной технологией. А тут-то что компьютерного? Ничего. Тогда ответь мне на вопрос, зачем ты про это рассказал? Слушай, Гос, ну ты реально достал. Смотри, ты же будешь первый, кто подойдет ко мне и попросится на ватокатскую пари. Ай, да ну тебя. Я тебе серьезно говорю. Ты-то можешь и дальше про свои ботанские девайсы рассказывать. А я устрою real motherfucker party. Asus Essential CS5111. Этот компьютер свободно поместится в небольшую сумку для ноутбука. Но несмотря на минимальные габариты, машинка показывает производительность, сравнимую с быстродействием обычных десктопов. Система построена на базе Micro ATX платформы с чипсетом Intel G35 Express. Наш образец был укомплектован процессором Core 2 Duo E8200 с частотой 2,66 ГГц, дискретной графикой GeForce 8600M GT, 2 гигами оперативки и 500-гигабайтным жестким диском. Плюс DVD-привод, Ethernet, карт-ридер, Bluetooth 2.0 и 8-канальная аудиоподсистема. Набор портов тоже неплох, 6 USB и FireWire. В комплект входит низкопрофильная мультимедийная клавиатура, компактная USB-мышь и инфракрасный пульт дистанционного управления. Машинку можно установить как горизонтально, так и вертикально. Дизайн заслуживает самой высокой оценки. Полированный черный корпус удачно гармонирует с современными ЖК-мониторами. Своего прямого назначения выполняет еще и функцию подсветки. Производительность, если судить по нашим тестам, тоже неплоха. Быстродействие в играх среднее, но для такого микроба это достижение. При цене около 30 тысяч рублей довольно интересная машинка для установки в цифровой гостиной. Короче, голос, выбирай. Либо ты продолжаешь рассказывать про эти ботанские гаджеты, либо идешь со мной на крутую ватокатскую вечеринку. Вот только сразу я отвечаю, подожди. Дослушай до конца. Специально для пари. Я заказал жоп-слайд, он зацени. Ого! А что нужно, чтобы попасть на эту тусу? Нужно признать, что все, о чем ты рассказывал, так, фуфляйди. Ну уж нет, гаджет. Не-не-не-не-не. Окей, друзья. Я всех вас приглашаю на ватокат-пати. А голос в это время будет сидеть дома один и сам себе рассказывать про свои тупые ботанские девайсы. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, только я проведу вас на ватокат пари. Чмоки! Всем пока! Вот тебе жопслайд, понял? Эх, вот бы на жопслайд попасть, блин, крутейшая же штука-то на самом деле. Эх, как представлю, прямо так с жопой сядешь и на слайд на этот.